Hanımlar beyler, herkese yeni bir videodan, Rusya'dan tekrar merhabalar. Bildiğiniz üzere ülkemizde doktorlara karşı şiddet gün ve gün çoğalıyor. Ve ben bunu Rusya'da sormak istedim. Doktorlara şiddet var mı? Doktorları dövüyorlar mı? Hakaret var mı? Ve bunu bir doktora sormak istedim. Uzun zamandan beri doktorluk yapan Yulia yanımızda değerli dostlar. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. А вы какое направление занимаетесь врачом? Направление гинекология. Понятно. Я наследственный врач, как говорится. Моя мама была врачом-гинекологом по наследству. Я очень тоже передаю врачебную практику. Понятно. Я хотел бы узнать, вы долго лет служите, правильно? Достаточно. А вы свои новости слышали, чтобы бьют врача люди? Ну, наверное, за всю свою жизнь один раз только слышала случай, а так нет, это вообще убийства? Не бывает, вообще нет. Ну, то есть пациенты не бьет, не убьет врача? Не слышали новости? Нет. А у вас окружающие, то есть в больнице, где работаете, там слышали такие вещи? Ну, я говорю, может быть, одна история, там, на лет 20 и все. Это очень редкий случай. А пациенты как относятся к врачам? Вообще очень хорошо. Все пациенты всегда очень благодарны, когда им вовремя ставишь диагнозы, проводишь какое-то лечение, манипуляции, либо там какие-то серьезные болезни находишь на начальном уровне. Они с благодарностью относятся. А бывает неадекватные людей вообще-то? Бывает. Бывает? Бывает, конечно, такое бывает. Слушаешь о себе тоже много чего плохого, но потом это как-то забывается на фоне того всего хорошего, что ты делаешь людям. Они умничают вообще-то, типа мы лучше знаем, чем врачи. Да, все пытаются впихнуть народную медицину. А народ вообще-то как относится к медицине? Ну, то есть уважительно или неуважительно? Ну, как говорится, у нас самое главное это медицина и образование. Это главные две штуки. А вы как смотрите, у нас в Турции постепенно уже последние 10 лет очень много раз мы слушаем, есть пациенты, бьет врачу и еще плюс убьет. Я вообще не могу в это поверить даже. Просто до нас такие новости не доходят, но я считаю, что это ужасно. Я вообще не понимаю таких людей. Я считаю, что это психически неуравновешенные люди, которым нужно лежать в психбольнице, лечиться и вообще как бы нести за это наказание полностью, максимально. Потому что врач – это в первую очередь человек, который несет помощь и хочет помочь. А что там ему взамен за это? Ну, я считаю, что это неблагодарно. Değerli arkadaşlar, siz olun. Lütfen doktorlarımıza el kaldırmayın. Onlar bizim değerlilerimiz. Bir doktor kolay kolay yetişmiyor. Ve onlar ciddi anlamda çok elit ve özel insanlar. O yüzden siz olun, doktorları koruyun. Buradan bütün doktorlarımıza kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.